Новое кино Наримана Турибаева, работа над которым идет вовсю, снимается по повести Федора Достоевского «Белые ночи». И пусть вас не вводят в недоумение ночной клуб и современно одетые люди, действие перенесено в наши дни. Однако различия с исходником не ограничиваются одной лишь адаптацией классики под современность. Честно говоря, я сильно изменил характер главной героини. Если у Достоевского была хрупкая, нежная девушка, то у меня такая... очень сильная женщина. Ну как богатые тоже плачут, так и сильные женщины тоже танцуют. Образ главной героини воплотит Айнур Ниязова. Девушка и красивая, и вдумчивая. Смесь прям по Достоевскому. Прежде всего, прочитав сценарий, я поняла сразу, что мне хотелось бы сделать эту роль. И мне хотелось бы как-то ее осуществить, оживить именно эту самую Мариам, героиню. И я очень долго думала, какая она, и выстраивала ее полностью характер, скелет весь ее внутренний. И, в общем-то, она очень непростой человек. Но как же героиня без героя? Российский актер Азамат Нигманов, лауреат кинофестиваля «Евразия», исполняет главную мужскую роль. Задача Азамату, судя по всему, выпала не из простых. Играть замкнутого молодого человека в форме с надписью «Кузет». Достаточно сложно. Персонаж с точки зрения меня как артиста, потому что, ну, на, так скажем, на противостояние моей органике, да. Что ж, без сложности ничего хорошего не слепишь, а мы желаем всей съемочной группе справиться с поставленной задачей. Зритель же, согласно предварительной информации, сможет оценить фильм летом следующего года.